Уралочка НТМК завершила выступление в женской волейбольной лиге чемпионов. В шестом туре группового этапа наши спортсменки в гостях уступили болгарской команде «Марица» в 5 партиях. О напряженности поединка свидетельствует его продолжительность 2 часа 9 минут и счет решающего сета 18-20. Вновь самой результативной стала нападающая Ксения Парубица, набравшая 27 очков. Одержав 2 победы и потерпев 4 поражения, свердловчанки заняли последнее, 4-е место в своей группе. Первая строчка и путевка в четвертьфинал у московского «Динамо». Не смог пройти в следующий раунд еще один российский участник Европейской лиги чемпионов – калининградский «Локомотив». 23 февраля в Нижнем Тагиле «Уралочка НТМК» проведет заключительный матч предварительного этапа российской суперлиги. Соперник – ленинградка из Санкт-Петербурга. Бурга.